В конце года принято подводить итоги, чтобы понять, что получилось, а над чем еще необходимо поработать. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о спортивных достижениях, победах и рекордах. Это не громкие слова. Все привыкли, что Артем – город спортивный, и мы можем не только принимать участие в различных соревнованиях, но и принимать у себя в нашем городе соревнования, чемпионаты мирового уровня. Сегодня в нашей студии гости. Дмитрий Николаевич Колпаков, директор детско-юношеской спортивной школы «Феникс». Добрый день. Корбут Алексей Борисович, тренер-преподаватель по хоккею, спортивная школа «Темп». Здравствуйте. Анатолий Семенович Усков, тренер городской детской футбольной команды «Шахтер». И Виталий Леонидович Ефремов, начальник отдела физической культуры администрации Артемовского городского округа. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. В начале нашей программы я хотел бы гостей попросить рассказать, чего добились наши команды и отдельные спортсмены в 2019 году. Я думаю, наверное, из первых уст это как раз есть среди нас тренера и по хоккею, и по футболу. Это самые такие зрелищные виды спорта, командные виды спорта. Очень, наверное, массовые. Очень трудно им участвовать в выездных соревнованиях. Давайте мы с первых уст и послушаем. Ну, Виталий Ильич, не случайно же мы их пригласили сегодня к нам в студию для того, чтобы они рассказали о своих достижениях. Пожалуйста. В этом году у нас было соревнование «Кубок Добрый лед». Участвовали 90 команд со всей России, 17 регионов страны, 4 федеральных округа. Наша команда заняла второе место, проиграли в финале по буллитам. Немножко обидно, ну это хоккей, большой спорт. Наша команда из кого состоит? Понятно, что это дети, что это дети, которые занимаются, тренируются. А кто эти дети? Откуда они пришли? Они же не просто с улицы. Мы их набрали 6 лет назад, этих детей здесь, в Артеме. 80% команды – это артемовские дети. Есть с Уссурийска у нас 3 человека, есть с города 2 человека. Но процентов 80 команды – это наши артемовские пацаны. Скажите, пожалуйста, а у этих пацанов, у наших артемовских, есть перспективы? Ну, мы как раз-таки именно для этого и работаем, и стараемся, чтобы у этих ребят был шанс и была перспектива в дальнейшей карьере. Наши ребята, которые занимаются на нашей спортивной базе, в наших условиях, вот в нашем климате, они могут чего-то добиться на всероссийском уровне и международном? Добрый лед – это уже всероссийские соревнования, то есть и уровень этих соревнований очень высок. Если наши парни поехали и стали там призерами, да? Я считаю, что и добиться результатов у них очень большой шанс. Тем более мы не забываем, что у нас есть команда КХМ, в которую тоже, ну, я надеюсь, эти ребята тоже стремятся попасть. Команда КХЛ – это город Владивосток, и там совсем другие деньги. А у нас с вами есть масса примеров, когда наши и футболисты, и хоккеисты, и легкоатлеты, и другие спортсмены пробивались на всероссийский уровень, а потом мы о них ничего больше и не слышали. Ну, здесь, наверное, может быть, играет еще и другой фактор, что все дети подрастают. Например, кто-то, может быть, не успел найти свою жизненную позицию именно в спорте, уходит в учебу, в работу, да, переезжает и в другие регионы. Вот из-за этого, возможно, у нас еще проблема в том, что у нас нет высших заведений в городе. Это тоже большая проблема, что все спортсмены наши разъезжаются из города. У меня вопрос к Алексею Борисовичу. Скажите, а как попасть в вашу команду? Любой желающий может прийти, конечно, и записаться? Может прийти и записаться. Дальше будем смотреть по возможностям ребенка. Оцениваем уровень, оцениваем старабельность, как еще по-другому сказать. То есть ребенок должен прийти, обладая какими-то навыками хоккейными? Не обязательно прям обладая этими навыками. Мы можем этим навыкам научить. Но ребенок должен быть способен, и у него должно быть очень хорошее большое желание, потому что детям уже по 11 лет. Основная команда занимается уже лет по 6, дети занимаются. И чтобы ему соответствовать уровню и соответствовать команде, ему нужно будет очень хорошо стараться. А так ни для кого двери не закрыты. У каждого есть шанс и попасть, и заниматься спортом. Существует иерархия, то есть сначала берутся все дети в группы, как они раньше назывались, спортивно-оздоровительные группы. Потом тренер
проведение всяких нормативов, смотрение специальными, давая азы специальной спортивной подготовки, он выбирает более-менее те, которые показывают. То есть приводит их в группу лучше, выше. А остальные на улице? Остальные. Почему на улице они работают? Спортивно-оздоровительные группы. Спортивно-оздоровительные группы могут работать от 5 до 8, от 4 до 5 лет. Поэтому спокойно может работать. Это на массовый спорт. А какой интерес тренеру работать с теми детьми, у которых нет перспективы? Ну, как это... Ну, а кто скажет об этом, что у них нет перспективы? Нет. А это невозможно определить. Человек пришел в спортивную секцию, это уже есть перспектива для тренера, понимаете? Не то, что тренер существует не для того, чтобы только показывать хорошие результаты. Ну, то есть, если дети хоть идут к нему на массовый спорт, то есть, этот сделать не только профессиональный, именно хоккей, футбол, а также сделать его и массовым видом спорта. У нас все дети играются. Но это совсем другие задачи. Ну, задачи. Так тренера и должна быть задача. Не только профессионализм, но и массовость должна быть. Но мы же сегодня собрались для того, чтобы поговорить об успехах и достижениях. Если бы вы мне сказали, что у нас в городе там спортивной гимнастикой занимается 5000 подростков, вот это было бы достижение. У нас в спортивной школе... Либо вы бы сказали, что наш спортивный гимнаст стал чемпионом там, Олимпиады, ну, к примеру. У нас в спортивной школе занимается 1600 детей. Это достижение для города. Я думаю, что... А в трех спортивных школах в пределах около, наверное, 3-4 тысяч. А детей у нас сколько? У нас, по-моему, около 10, да, наверное, да? Да. Ну вот, это практически 50%. Это достижение. А сколько у нас детей занимается хоккеем? Хоккеем именно? Да, именно хоккеем. Порядка 300, наверное. Около 300 человек. Да, да. Это именно детей. Берем это детей, те, которые именно занимаются хоккеем. А у нас же есть еще и ветераны, у нас есть еще... О ветеранах мы поговорим чуть-чуть попозже. Ребята, мы сейчас говорим о детях. Ребята, которые играют в основных составах, там, городских команд участвуют. То есть это полноценные 15 команд. Можно проводить первенство Артемовского городского округа? Нет, разный возраст. У нас, да, различные возраста. У детей же это очень регламентировано. То есть там берется по 2 года и играют уже они именно по возрастам. Там 10, 11, 12, 13 лет. Да, там. Ну, сейчас года рождения, так понимаю, там 8, 9, да, там. Сейчас 10, даже 10, 11, да, конкретно 8 год. Конкретно вот сегодняшние 9. Соревнования, которые с января месяца начнутся, у нас золотая шайба. То же самое, так ребята же выше также ездили на золотую шайбу. Да. Да? То есть они на финал именно всероссийских соревнований золотая шайба. Это тоже как бы успех и достижение, если мы говорим сегодня о рекордах. Ну, давайте говорить откровенно. Хоккей все-таки это любимая игра миллионов. Так же, как и футбол. Ну, футбол на первом месте по массовости, я так считаю. На втором месте хоккей. Я бы поспорил вот сейчас. Хорошо, продолжайте. Ну, потому что футбол – это мировой вид спорта, популярный во всем мире, где занимаются футболом. Но почему-то у нас в Приморье сейчас, в частности, он как-то начинает гаснуть потихонечку. Почему – непонятно. Это заметно, что заметно. У нас не стало взрослой команды в чемпионате края-то участвовать. И вообще в крае стало, в мое время, 24 команды было в чемпионате края. Сейчас набирается 6 команд, и то в конце команда снимается, в итоге 5. Ну что такое 5 команд на чемпионат Приморского края? А с чем это все связано? Может быть, с финансами, в первую очередь, наверное. Потому что в каждом турнире оплачивают взносы. Сразу команды, у которых нет денег, начинают сниматься соревнований. Вот, наверное, из-за этого. То есть бизнес пошло. Душит? Да, да, да. Спорт душит футбол. И тем не менее, дети с удовольствием идут в спортивные секции. Расскажите о своих достижениях. Я футбольный турнир начал в 2019 году с 5 января. Это проходил в Уссурийске рождественский фестиваль футбола. Турнир был Кубок Приморского кондитера, где команда наша заняла призы, кстати, с призовым фондом 30 тысяч рублей. Ну, наша команда заняла 3-е место. Все-таки играли мы не в зале, на улице, на открытом воздухе. В январе. В январе, 5 января, это был турнир. В этом году, значит, в уходящем году, мы вот приехали в ноябре с Сарченева, где ребята принимали участие в Кубке Приморского края «Наши надежды». В итоге ребята 4-5 года рождения стали чемпионами, а дети... 8-9 года, они, собственно, первый раз, можно сказать, принимали участие в таком турнире и добились результата, в итоге стали 3-е. Для меня это очень, конечно, приятно. Наши хоккеисты, они вернулись со всероссийских соревнований, в Искры, и в их. Вот как в других, на других территориях, в других городах
поддерживает вот ваши популярные виды спорта? Ближайший сосед от города Владивосток. Ну, вот посмотри, или там занимаются футболом, у нас, во-первых, надо сделать базу, где можно заниматься. Вот в воскресенье я ездил играть в товарищескую игру с Лучом, 8-9 год дети. Там построен манеж, крытый стадиончик и два мини-футбольных поля с искусственным покрытием. Тепло, зима, дети играют в футбол. Владивосток – это столица Дальневосточного федерального округа. Ну, что ж, у них совершенно другие возможности. И мы не стоим на месте, что реконструкция стадиона «Угольщик», которая начнется уже буквально в 2020 году, да, она предусматривает как раз-то строительство искусственного, ну, футбольного поля с искусственным покрытием, а также реконструкция административного здания, в котором будет также зальчик находиться. Виталий Ильич, но реконструкция, она же не закончится в течение месяца, она же... Нет, однозначно, да, она, да. А что, а куда людям идти? Стадион, если будет закрыт, летом это все спортивные объекты работают допоздна, люди приходят туда, зимой это каток. А что делать? Ну, у нас, не забывайте, что у нас не один стадион «Угольщик», у нас еще есть стадион в поселке Заводском, в Артем Грессе, там такие же хорошие футбольные поля, такие же заливаться будут катки. Но если мы хотим действительно улучшить нашу базу, ну, немножко придется потерпеть, но зато мы увидим, как преобразится наш центр города, тем более наш спортивный объект. Футбол будем ездить в Надежинск заниматься, тут недалеко, там поле с искусственным покрытием, нас приглашают на товарищеские игры, даже проводят там, Кузубов проводит турнир, там «Даль запчасть», кубок «Даль запчасть», мы принимаем там в нем участие. В спортивной школе «Феникс» тоже наверняка есть какие-то спортивные достижения, что можно было поставить себе плюс в уходящем году. Очень много спортивных достижений, поэтому дети выезжают на соревнования, и у нас хорошие достижения у легкоатлетов, они всегда на всех проектных соревнованиях и на первенствах, поэтому тоже все в призах первые, вторые, третьи места в основном занимают, вообще сильное отделение легкой атлетики в спортивной школе. Также спортивная акробатика в этом году в Хабаровск выезжала на открытое первенство, их приглашали, тоже пара стала первая смешанная, и в парном, и в тройках тоже есть призовых места, довольно очень много. И, в принципе, и хоккей, и также и волейбол, и баскетбол, и настольный теннис. В принципе, никто, и плавание, никто без призов и без наград не обходится ни одно мероприятие. Я думал, что вы сейчас нам расскажете о массовых видах спорта, о количестве занимающихся, о методиках преподавания, а вы тоже говорите о достижениях. Ну, давайте посмотрим на то, что проводит на сегодняшний день спортивная школа «Феникс». Она проводит такие массовые мероприятия, в которых участвуют более 1000 детей. Да, это президентские спортивные игры, президентские спортивные состязания, кес-баски, да, там, та же «Золотая шайба», это тоже сначала школьная, кожаный мяч. Надеемся, в следующем году мы прямо через план-календарь наш проводим мини-футбол в школу. Поэтому это все возрождает, это все массовые виды спорта, из которых потом вот тренера и будут отбирать себе. Вот хорошо, что вы нам напомнили. Большинство жителей Артемовского городского округа об этом даже и не знали. О том, что проводятся вот такие вот соревнования, и о том, что у нас так много наших детей в них принимают участие. А вы знаете почему? Вот как вы думаете, почему? Есть такой лозунг, да? Здоровое поколение, сильное государство. И я думаю, сейчас это уже как бы занятие именно спортом, это становится модным. То есть и каждый ребенок хочет попробовать себя в том или ином виде спорта. А возьмем вот эти все массовые мероприятия, в них мы пробуем как от игровых, так плавание, интеллектуальные виды спорта. И где-то он все равно может определить следующее направление, куда он пойдет. Я надеюсь, что это правильно нашим руководством придуманные соревнования, да, и они правильно развиваются. Безусловно, да. Все это направлено на развитие личности, на развитие спортивных достижений и на здоровый образ жизни. Я сейчас о другом. Почему наши спортивные мероприятия посещают так мало болельщиков? Раньше проходил чемпионат Приморского края. На всех остановках были афиши, которые привечали очень много болельщиков. Особенно пожилых людей, которые любят футбол, сами играли в футбол. Раз прочитал афишку, он пошел, он знает, сегодня состоится матч на стадионе «Востока-Востока». А сейчас же ничего нету. Потихонечку собрались, провели. Надо как-то озвучивать это дело. Девочки хорошие. Очень много болельщиков в Артеме. Им с удовольствием посмотреть тот же футбол, тот же хоккей. Ну почему где-то побольше не развесить по городу этих афиш?
чтобы народ знал, что есть какое-то спортивное мероприятие. Вы считаете, что слабая пиар-компания? Конечно. Нет, еще тут еще заключается в том, что родители и все взрослые, они в основном в эти время заняты. В основном много народу, которые работают на производствах и зарабатывают деньги, им просто не до спортивных соревнований и так далее. Поэтому существует эта проблема. Я не могу сказать, что там самореклама, там плохая реклама плохая, там еще что-то. Ну, в свое время, помните, 90-е годы мы тоже потеряли, когда у нас были футбольные матчи. Чем мы начинали завлекать? Вы помните, когда лотерея пошла, когда на футбольном поле не было места живого, и все считали, после концовки матча мы смотрели на цифры лотереи, разыгрывали к машине «Москвич» и так далее и тому подобное. Поэтому тоже так вот завлекали. У людей тоже практически желания не было идти на волейбол. Те, кто на футбол, болельщики реальные, они никогда не покидают стадион. И всегда приходят не только на соревнования, а также на тренировки приходят, смотрят. Понятно, лотерея, но люди зашли на футбол, а попутно покупали лотерею. Да. А сейчас кто будет покупать лотерею, если нет футбола? Ну, есть, наверное, такие любители. Виталий Леонидович, вы как представитель единоборств, расскажите о достижениях вот в этом виде спорта. Если брать на сегодняшний день единоборства именно в нашем городе, то они представлены очень большими видами. Там, начиная от олимпийских видов, такие как бокс, да, там, и заканчивая уже там и восточными единоборствами, и теми видами, которые называются сегодня бои без правил. Это ММА, панкратион и все остальное. Ну, сегодня ребята очень много ездят и по стране, и по миру, можно сказать, выступают на соревнованиях различного уровня. У нас очень много достижений, там, мы возьмем в сумо, да, где есть и призеры, и чемпионы Европы, мира. У нас также есть и в самбо, и в каратеке у Гусенка есть, и в тайквондо. Я могу сказать то, что либо вывести ребятам команду, да, там, из 25 человек, либо увести представительство из 2-3 сильнейших, да, и завоевать. Это гораздо проще. Может быть, даже и на этом фоне, почему единоборство всегда как бы в него и идут, того, что вроде, ну да, вот я знаком с чемпионом мира, я знаком с чемпионом Европы, да, я занимаюсь с ним в одной группе. Это вот как бы, ну, тоже дает престиж, и от этого он становится тоже массовым. Мне кажется, Дмитрий Николаевич затронул очень актуальную проблему отсутствия болельщиков на трибунах, потому что люди заняты совершенно другими делами. А как вернуть? Как вернуть болельщика на стадионы? В футболе говорят, есть, это да, 13-й игрок. Команда болельщик. Да, человек переживает. Что нам сделать для того, чтобы привлечь болельщиков на трибуны? Как вы думаете, новый реконструированный стадион привлечет болельщиков? Я думаю, все-таки привлечет. Если будут крепкие соревнования проходить, почему народ пойдет? Будет ходить болеть, очень много болеть. Ну, у нас практически команда не стала участвовать, взрослая команда не стала участвовать в чемпионате Приморского края по футболу. Куда болельщику идти? А может быть, всему виной интернет? Можно открыть гаджет и посмотреть, с каким счетом закончилась игра? Не думаю, потому что тот же гаджет, да, и выйти на те же трибуны, посидеть с друзьями, пообсуждать ту или иную игру, то есть как бы пообщаться, это совсем другое. Очень много работы у всех, да, и поэтому у всех расписан график, он старается там на 2-3 работах поработать, поэтому приходя домой, может быть, только просто там поужинать и отдохнуть, и с утра опять на эту же тему. Может быть, это и действительно на сегодняшний день одна из основных проблем. А может быть, у людей появилась альтернатива, он может совершенно спокойно в прямом эфире посмотреть тот же футбольный матч или хоккейную игру, но в тепле и в уюте. А придя на стадион, он, извините, даже туалета там не может найти. Не то чтобы сходить в буфет и купить себе пирожок, если он... Это, знаете, ну, опять же, после работы. В эфире что мы будем смотреть? Соревнования другого уровня. А здесь же все-таки наши коренные, наши артемовские бегают, за них поболеют, попереживают. Конечно, если давить на патриотизм, то можно приходить и на наш обновленный стадион. Я думаю, даже не только можно, но и нужно. Что вы ждете от нового 2020 года? Вот Виталий Леонид сказал уже, что будет реконструироваться стадион. Каким он будет, мы пока не знаем, проекта не видели. Но надеемся, что будет он, ну, достойным. Ну, если постелят искусственное покрытие на стадионе улицы, народ, дети начнут ходить больше, нежели сейчас.
Потому что был вот такой случай в Находке, когда постелили искусственное покрытие, дети побросали все вот эти борцовские мероприятия, побежали в футбол. Даже вот, ну, я с тренерами общался, говорили, ну, что вы сделали, мол, все детишки побежали туда. А в борцовских видах спорта очень много одаренных футболистов. Я думаю, раз прихожу в школу заниматься, а там борьба, они, давайте сделаем разминку, начинают играть в футбол. Я смотрю, они в футбол играют лучше тех детей, которые ходят заниматься футболом. Вот если откроют стадион, может, действительно дети заинтересуются, больше пойдут заниматься футболом. Ну да, сейчас уже не те условия и не те требования. Но хоккеистам футбольное поле не нужно. Они, в принципе, могут заниматься круглый год. Ну, круглый год. Ну, в принципе, нет, отдых-то нужен в любом виде спорта. У хоккеиста это 45 дней закон отдыха. А вы все делаете по закону. 45 дней. Законный отдых. Мы ждем хорошей работы от ребят. И своей работы, и ребят, и зарабатывать. Все, что нам нужно. Такого, чтобы мы сидим и чего-то ждем, такого нет. Нужно брать все своими руками. Перспектив очень много, желаний очень много. Хочется многого, поэтому мечтать, конечно, не вредно, но... А зачем мечтать? Нужно планировать. Ну, планируем, планируем. Развивать новые виды спорта, спортивная школа «Феникс», открыть новые виды спорта. Также. Например, какие? Назовите. К чему готовиться? Куда отдавать детей? Пока ничего не буду говорить. Пока это секрет, это тайна. Ну, также хочется, будем развивать в детях не только профессионализм, но и любовь к спорту. Чтобы эти дети, которые не показывают в будущем хороших результатов, приходили на стадион и смотрели на стадионе прекрасный хоккей и прекрасный футбол, который будет проводиться в городе Артеме на новом стадионе. Поэтому будем работать над этим, будем стараться. Ну, я думаю, что не только футбол и не только хоккей будет развиваться в нашем городе, и не только единоборство, но и другие виды спорта, даже экзотические. Но мы же знаем, что на сегодняшний день есть уже такая договоренность, что на стадионе «Ульчик» после реконструкции будут предусмотрены воркаут, да, тренажеры там для скейтборда, да, оборудование будет устанавливаться. То есть будут еще и развиваться экстремальные виды спорта. Это на сегодняшний день модно. Я думаю, тоже детей из этого появится гораздо больше в наших секциях. Нужно проводить больше турниров. Артемовское телевидение, мне кажется, один раз мы провели детский турнир. Тоже масса. Нам этого хватило. Хватило? Вот сейчас мы с ним провели, мы вам и были благодарны. Не сейчас, ну, в смысле, в 2000 году. А вы знаете, мне все-таки кажется, что спорт высоких достижений – это очень хорошо. Но мне почему-то кажется, что массовый спорт, массовые виды спорта намного важнее. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. До новых встреч в эфире. Приходите на стадионы, на ледовую площадку, в спортивные секции, в плавательный бассейн. Вас там ждут.